отвлечься от презентации. Все, ребят, я понимаю ваши эмоции, все, успокаиваемся, давайте теперь работать. А инструменты мы вам даем. Теперь нужно их правильно применить. Я вас благодарю, да, за теплые слова. А сетевики? Сетевики. Кто такие сетевики? Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы записали себе несколько правил при работе сетевик. Несколько правил. Кстати, прежде чем будут правила, да, вы запишите несколько правил. Имейте в виду, что сетевики это очень такая нужная нам целевая аудитория, что эта аудитория, соответственно, всем нам нужна. А с этими людьми работать, в принципе, легче. Почему? Потому что они обучены. Ну, не все, скажем так, да. Есть всегда исключения, в основном сетевиков приходится переучивать, к сожалению. Но, по крайней мере, им не нужно объяснять, что сетевое это хорошо, и так далее, и так далее. И есть определенные просто ключики и подход к этим людям. Итак, пару слов об этике, друзья. Правило номер один. Напишите себе. Не критиковать другие MLM-компании. Не критиковать другие MLM-компании. То есть не надо, да, унижать другие компании. Мы все работаем в одной индустрии, мы делаем одно общее дело. Ну, смотрите, я имею в виду как минимум. Как минимум публично, да, в презентациях, в каких-то выступлениях, где-то еще. Не позволяйте себе никогда называть, ну, там, какие-то названия сетевых компаний, если вы говорите что-то о них не очень хорошее. Ну, не называйте имена этих компаний. Не надо их унижать. Мы с вами этичная компания, профессиональная компания, поэтому мы уважаем все сетевые компании. Мы-то, конечно, понимаем, что мы лучше, но как бы мы, чувствуя свою силу, просто скромны и уважительно относимся к любой компании. Окей. Второе. Нет, пирамиды к этому не относятся. Пирамиды надо очень сильно унижать прям. Надо унижать их, но опять-таки не называйте их названия, да? Не надо названия их упоминать. Просто скажите вот пирамиды и так далее. Хорошо, дальше. Второе правило. Не критиковать других сетевиков. А я еще раз говорю, что публично. Не публиковать, фу, не критиковать других сетевиков. То есть делать нужно, да? Это как бы корректно. Понятно, что это одна из фишек. Хочешь кого-то подписать, ты должен показать минусы того и плюс этого. Но нужно это делать аккуратно. Аккуратно, да, не публично. Не надо выходить на сцену и говорить, вот такой-то, такой-то там есть один, фамилия такая-то, компания такая-то, вот он там вообще такой-сякой. Нет, не стоит этого делать. Если где-то в кулуарах, ну, не вопрос, общайтесь, показывайте все как есть. Ну и третье правило. Дружи с сетевиками.
Дружите с сетевиками. Дружить с сетевиками. Дальше идем, друзья. А имейте в виду, что многие сетевики, они изначально закрыты. Многие сетевики изначально закрыты. И чтобы их раскрывать, нужно вообще чуть ли не психологом быть. Потому что они, многие сетевики, они как бы понты колотят, что у них все круто, они вот крутые такие все. Их очень на самом деле сложно раскрывать. Они будут до победного прямо говорить, что у них все круто, но на самом деле-то все очень плохо. Поэтому вы должны это знать. Зная это, вам будет разговаривать легче. Соответственно, нужно придерживаться следующих моментов. Себе пометьте. Если перед вами сетевик, который сильнее вас, если перед вами сетевик, который сильнее вас, но вы прям чувствуете это. Вот сел человек, и ну, вы прям чувствуете, что он ну, реально профессионал, он реально разбирается в предмете разговора, он реально зарабатывает деньги. У него хороший чек, квалификация в компании, да, своей. То не надо чересчур сильно им восхищаться. Все должно быть спокойно, друзья. Все должно быть спокойно. Все должно быть спокойно. Я говорю про действующих сетевиков сейчас. Кто только получает этот тот самый опыт. Действующие сетевики других сетевых компаний. Окей? Дальше. Вот я с вами и делюсь секретами, как. Вы же все тут оказались. То есть, почему не надо восхищаться? Вы знаете, очень многие люди я видел на переговорах, когда перед ними сидит какой-то сильный сетевик, они прям такие все, о, да вы что? Особенно сетевик рассказывает о своих достижениях, и новичок сидит, вау, вот это да, слушай, ты сидишь, думаешь, ты что, хочется подзатыльник дать новичку, сказать, ты успокойся. Ты что, этот, я понимаю, да, крутые показатели у этого человека, но а как ты подпишешь этого крутого сетевика, если ты сам весь показываешь все свое восхищение к нему? Должно быть уважение к нему и как бы похвала. Скажите, слушайте, да, он говорит, вот я там, короче, вышел на чек 100 тысяч долларов в месяц, и такой вам раз еще показывает его, говорит, вот смотри, бам, вот моя машина, короче, вот я там под границами везде, сейчас супруга взяли там квартиру, мы там-то, там-то. Понятно, очень круто, как бы все, вот прям вообще очень круто. Но ты, твоя реакция должна быть вот такой. Да, слушай, действительно, отличный показатель, приятно, молодец, горжусь, что в нашей индустрии есть подобные достижения. Отлично, молодец, супер. Все, вот, вот реакция. Не надо там, о, вот это вообще ты дал, как ты так вообще? И вы что думаете, он подпишется к вам? То есть нужно уметь сдерживать вот эти свои эмоции по поводу его результатов. То есть спокойно, глубоко. Дальше, если наоборот,
Перед вами сидит сетевик, и вы понимаете, что вы сильнее. То есть вы круче. Ваш результат лучше, если вы это видите, если вы это чувствуете, то точно так же спокойно об этом говорите аккуратно, без лишнего пафоса, без лишних понтов, чтобы не оттолкнуть наоборот сетевика, чтобы он не почувствовал себя униженным. Это с вами, Лена, не идут. Вот проблема где? Проблема в зеркале. Не идут крутые, берите некрутых. Из некрутых могут вырасти крутые. Макс, красавчик. Навстречу идут все. Вопрос, к кому и с кем. Навстречу идут все. Вопрос, с кем. И как пригласить. Это не тема сегодняшнего мероприятия, как приглашать. Приглашение – это отдельная тема. Она идет часа два, можно проводить даже три часа тему приглашения. Кто проходил эти тренинги по воскресеньям, да? Но вы сами себе тогда противоречите. Приглашать умеем, а навстречу не идут. Как так? Приглашать умею, только навстречу не идут. Да, вы тогда не умеете приглашать, но пусть идут. Так лучше. Вот. Нужно учиться, и до вас дело дойдет. А, вот, Лена, наверное, боятся, что вы говорим. Ничего страшного. Тогда дайте им легкость в приглашении. Пусть боятся, что вы их уговорите. Просто скажи, давай кофе попьем, как у тебя дела, расскажи, что нового, возьми с собой каталог своей продукции. Может быть, что-нибудь у тебя закажу. Он придет. Дальше техники. Друзья, вы поняли, что если вы круче, Лена, когда-то будет так, что вы будете очень крутой сетевик, и к вам будут бояться вас звать. Но, соответственно, вам нужно будет на встречах все равно не сильно показывать, что вы очень крутой. Как бы это должно быть по вам видно. Вы поняли разницу? По вам должно быть видно, что вы крутой, а не рассказывать о том, что вы крутой. То есть всегда должен быть очень дорогой внешний вид. Очень дорогой внешний вид. Вы бизнесмен. Вы в лучшей компании сегодня, которая только есть на планете вообще. Вы совладелец лучших продуктов, которые есть в мире. Вы с лучшими в мире партнерами. И несите гордо вот это вот знамя. И выглядите соответственно. Когда вы заходите куда-то навстречу, по вам должно быть видно, что идет человек, который в лучшей компании, который совладелец лучших продуктов. По вам должно быть видно, по вашей одежде, по вашему внутреннему состоянию, по вашей уверенности, по вашему взгляду, по вашей походке, рукопожатию, по вашей осанке. Вот что берет сетевиков. Сила, уверенность, характер, внешний вид. Вот это берет сетевиков, друзья. Запомните, а лучше запишите. Сетевики идут за сильными личностями. Сетевики идут за сильными личностями. Особенно сильные сетевики. И вы прекрасно знаете, друзья, что идут на людей в основном. Идут на людей.
Поэтому необходимо записать еще одно правило себе, друзья. Я это постоянно говорю. Еще раз скажу. Не гонитесь за успехом, станьте личностью, притягивающей успех. Не гонитесь за успехом, станьте личностью, притягивающей успех. Будьте тем, кому успех липнет сам. Кому люди сами липнут. Вот Уфа, помните, когда я приезжал к вам? Вот сейчас, на днях. Помните два случая? Первый в Хилтоне, когда мы проводили мероприятие. Его парень подошел сам. Кстати, он сейчас уже загорелся, я же с ним вечером потом еще встречался, ходил на мероприятие. Он готов в Москву прилететь, он сейчас пишет утром. Ренат, привет, я заинтересовался вашим бизнесом, готов прилететь в Москву. И вторая ситуация, да, когда сетевики сами в Хэмптоне подходили и сами идут, понимаете? Сами идут люди. Станьте личностью, которая притягивает сама контакты. Станьте человеком, которому будут писать в соцсетях: «Здравствуйте, что у вас за тема?» Или «Здравствуйте, подпишите меня?» Или «Здравствуйте, куда деньги высылать?» Вот таким вы должны стать. И вы будете такими с нами, в нашем бизнесе, потому что мы вас научим. Поэтому запоминайте и слушайте внимательно. Идут за сильными личностями. Некоторые сами переживают вообще, куда они попали. Ой, а правильно ли я сделал, что я вошел в пушный? Ой, пойдет у меня, не пойдет. Ой, а вдруг у меня не получится? И идете навстречу с таким настроением. Ага, пачками прям к вам все подписываются. Вот с таким настроем. Гульмира, это не цель, это правда жизни. Вот это люди сами подписываются. Когда я начал бизнес PushMe, уже 10, мне в первую неделю, а точнее в первый день, один первый день, написало 500 человек. Во второй день 300. Мы не знаем, что и куда. Запиши нас там, внеси в списки. Сто 14 из них оплатили. Потом еще 66. От $300 и выше, $100 пакета не было. А для этого, друзья, вам нужно... Нет, Гульмир, я к тому, что наоборот, это не просто цель, это я вам к тому, что это уже работает. И это для вас хорошая цель. Но это не что-то заоблачное. Елена, я никого из них не приглашал. Я к тому, что они сами пишут. Тут большинство присутствующих также и пришли, написав сами. Поэтому, когда вам к вам будут приходить сами, запишите себе. Почистить свои странички в соцсетях, привести их в порядок. Привести в порядок свои страницы в соцсетях, друзья. Сейчас, слава Богу, я смотрю уже, и реально меня радует, что вы делаете. Наши школы не проходят зря, даром, да?
Я вижу, как у вас улучшаются странички. Я вижу, что вы правильно делаете наши репосты, правильные лайки ставите. Ну, прямо радуете, молодцы. Я хочу в этом плане вас похвалить. И теперь, по крайней мере, странички многих партнеров не отталкивают, как было, к сожалению, раньше. Просто люди не знали этого, не знали школ. Теперь узнали, исправили. Респект, молодцы. Следующий этап, друзья. Ваша страничка должна стать такой, чтобы к вам люди притягивались сами. Когда это будет? Когда у вас будут профессиональные фото. Друзья, когда вы в последний раз делали профессиональную фотосессию? Когда вы в последний раз делали профессиональную фотосессию? О, лучший ответ. Вот, неделю назад. Респект. Никогда. Ни разу. Новый год. Давно, никогда. Нет, я в Дубае не считаю. В Дубае, понятно, прям заплатили деньги, пошли в фотостудию, взяли с собой разную одежду, взяли с собой еще людей, может быть, команду, семью взяли с собой. И прямо полдня посвятили фотосессии. Вот тоже. Друзья, давайте задание вам. Задание. Всем пойти сделать фотосессию. Пишите задание. Всем пойти сделать фотосессию. Идите в воскресенье. Ребята, в воскресенье все идите, сделайте себе фотосессию. У вас у всех выходной. Либо посвятите этот день фотосессии. Сделайте несколько фотосессий. Первое, где вы один. В разных одеждах, в разных образах. Вы один. Второе, где вы с командой. Возьмите команду ключевых людей, либо вообще всю команду. Сделайте профессиональные фото. Классные, яркие, привлекательные, мощные, позитивные, эмоциональные. И третьи фотографии, у кого есть, сделайте семьей. У кого есть семья, детишек возьмите. Возьмите мужа, жену, родителей. Их тоже пофотографируйтесь вместе с ними тоже. Проведите воскресенье вот так. Делаться фотографии будет дня три, когда вы сделаете фотосессию, 2-3 дня. И потихонечку начинайте взрывать интернет. Вот когда будет массовое подписание к нам с вами, к вам, сетевиков других компаний, когда они увидят вот этот кач, профессиональные фото, классные, прекрасные, отличные люди, счастливые семьи, мощные команды, профессиональные фотографии, вот это невероятно привлекает. Это просто манит фантастически, друзья. Запомните, друзья, сетевики идут на кач. Им нужен кач, мощный кач. Когда они видят кач, это их манит. Давайте дадим этот кач. Но хочу сразу предупредить, друзья, пожалуйста, отнеситесь сейчас внимательно к тому, что я скажу. Очень внимательно. Просьба. Не надо после фотосессии разом все 300 фотографий выливать в сеть. Прошу вас, не надо всю пачку захламлять, 300 в 100 фотографий выгружать. Делайте это постепенно. Вам, например, дадут шикарных 20 фотографий или сколько там, всем по-разному, да? Выставляйте их в среднем там пару раз в неделю, 2-3 раза в неделю новые фотографии выставляйте разные.
где вы один, когда вы выставите какую-то фотографию, обязательно подпишите как-то ее необычно. Правильно, Рашид, дозировано. Необычно, ну не просто там. Раз выставили фотографию и один какой-нибудь там смайлик. Нет. Напишите там, ну не знаю там, свою фотографию разместите и придумайте к ней какую-нибудь хорошую подпись, какую-нибудь цитату там, да? Там про успех, про деньги и так далее. Это понятно, друзья? С семьей дозированно выкладываете фотографии. Не знаю, фотосессию там какую-нибудь в тренажерном зале сделайте, кто из вас тренируется, хобби ваше, да? Смотрите, ваша страничка в соцсетях должна быть интересной. То есть, я почему говорю, сделайте с семьей, сделайте с хобби вашим. Ваша страничка не должна быть только бизнес, пушми, 10, пушми. Нет. А у кого-то наоборот там ни слова вообще о бизнесе нет. Кошечки, собачки там, цветы, вот это деревья, вот она мой новый цветочек, это мой кактус, вот у него листочек вот такой. Чего-то сетевики не подписываются. Сделайте мощные, красивые, разные фотографии, друзья. Вы. Дальше идет семья. Люди понимают ваши ценности. Потом идет команда. Потом идут фотографии вашего хобби. Чередуйте их. Можете потом какую-нибудь классную цитату сделать. Чередуйте, разнообразьте фотографии ваши. Покажите себя как интересную личность. Следующий момент, друзья. Запомните, сетевики... Это такая категория людей, которая может подписаться не сразу. Мало кто подписывается прям сразу. Для этого нужно быть нереальным мегапрофессионалом, чтобы подписать сразу. Нужно время, друзья. Нужно время. Кого-то, возможно, вы будете подписывать год, кого-то два, кого-то три, кого-то 5 лет. И через 5 лет они к вам подпишутся. Если вы, конечно, никуда не исчезнете из компании. Понимаете? Годами подписывают сетевиков. А если вы к ним обратились всего лишь один раз, и думаете, ой, что-то как-то сразу он не подписался, наверное, больше к нему подходить не буду. Нет, ребят, вы что? Помните третье правило? С сетевиками нужно дружить. Дружить. Они наблюдают, правильно? Они наблюдают, и они должны видеть ваш прогресс. Они должны видеть ваш прогресс. Следующий момент, друзья, напишите. Обязательно при переговорах с сетевиками, обязательно дать понять, что наш бизнес не противоречит его бизнесу, а даже помогает. Дать понять, что наш бизнес не противоречит его компании. То есть
они могут ревностно относиться, но дайте понять, слушай, у тебя БАДы, косметика, у нас вообще IT, мы вообще с тобой никак там не пересекаемся, там не переживай. Ну, то есть, это же вообще разные ниши. У нас вообще ниша великолепная, что мы не противоречим вообще концепции бизнеса ни одной сетевой компании. Нам с вами очень легко делать бизнес с сетевиками. Очень легко. Потому что другие сетевики, друзья, пытаются подписать друг друга из одной БАДовой компании в другую. Или из одной косметической компании в другую. И пытаются друг друга туда переманивать. А нам так вообще легко. У нас вообще IT-сфера, и у нас по факту-то и конкурентов-то пару компаний, может быть, в мире есть, и все. Следующее, друзья, отметьте. Чтобы вы подписали сетевика, напишите себе. Им знаете, что важно сетевикам? Им важны люди, с которыми они будут работать. Люди. Важны люди. Вы при переговорах своих, друзья, рассказываете, что за люди вообще у нас в компании? Обязательно, конечно, правильно, ребята. Потому что это же наша такая сила. У нас в людях вся сила наша. Расскажите про наш топ-менеджмент. Расскажите про наш сетевой лидерский состав. У нас с вами, ребят, такие топы в компаниях, что просто космос. Но не молчите об этом. Во-первых, расскажите про наш топ-10. Расскажите про наш топ-10 чеков. Скажите, у нас хорошие результаты. У нас за первый год товарооборот $5.5 миллионов. На предстарте, без продукта, ничего не понимая. Скажите, не имея никаких инструментов, это хороший результат? Отличный. У нас за первые 6 месяцев чеки у людей по $75 тысяч в месяц. Скажите, это хороший результат? Вы много знаете компаний, где за первые 6 месяцев можно выйти на доход $75 тысяч в месяц? 5 миллионов рублей. За первые 6 месяцев. Вот и все. Вы много знаете компаний, где генеральный директор, человек из команды мэра Москвы, который управлял миллиардными компаниями в долларовом эквиваленте. И пришел управлять нашей компанией. Где, вы знаете много компаний, где присоединяется человек? Вы знаете, что у нас есть банк-партнер, Норвик Банк? А вы знаете, кто владелец Норвик Банка? Это Григорий Гусельников. А вы знаете, кто такой Григорий Гусельников? Это миллиардер. Это миллиардер. Это бывший вице-президент Бинбанка. Это владелец нескольких банков. Предоставил ли бы он нам свой банк, если бы мы не были солидной, надежной и перспективной компанией? Понимаете? Об этом говорите. К нам пришел Олег Ким. Это человек, построивший команду 120 тысяч человек в 37 странах мира. Скажите, у вас много таких знакомых, друзей, сетевиков, кто построил сеть 120 тысяч человек. И он сегодня у нас.
Пьеро Мартино, 140 тысяч сеть, пришел к нам. Он за 2 года заработал 3 миллиона евро. 140 тысяч сеть. Много таких знаете? Все оставил, пришел. Олег Ким все оставил, пришел сюда. Сергей Савич за 2 года 170 тысяч человек сеть. В 25 странах мира и с чеком 120 тысяч долларов в месяц. Полностью все оставил, сюда пришел. Энди Уэйкингер и мистер Джулиан за 3,5 года 475 тысяч человек сеть. Полностью все оставили, пришли сюда. О чем-то говорит? Если эти люди, друзья, рекрутируются и приходят, эти сетевики, что уж говорить о тех, у кого-то меньше. Следующий момент, друзья, вы записали люди, правильно? Люди, обязательно говорите сетевикам про людей, которые у нас. Второе, это рынок IT. Рынок IT. Я на своих последних презентациях задаю вопрос в зал. Прям в зал, вот выхожу на сцену. И задаю вопрос в зал. Назовите мне нишу, где можно родиться человеку в деревне, в Украине, через пару лет иметь состояние сначала 19 миллиардов долларов, а потом то, что ты сделал, стоит 83 миллиарда долларов, почти в 2 раза больше, чем вся компания «Газпром». А ну-ка покажите мне нишу. Покажите мне нишу, где можно вложить 1 миллион, а за год сделать 1 миллиард. А ну-ка быстро нишу. Назовите. Что там, мебель? А? Может быть, бытовая техника или что? Или косметика? Нет? А может быть, добавки? Что? Назовите, что? Коктейли, может. Паласы продавать, может, плитку класть. Или недвижимостью может торговать. Или арендой заниматься. Где можно вложить миллион, а забрать миллиард? Ну-ка, давайте. Нефть, может быть, качать пойти. Если бы вы вложили в нефть, вы бы потеряли за этот год 70%. Это раз. Во-вторых, кто вас туда с миллионом пустит? Вся компания «Газпром» стоит. Вся компания «Газпром» стоит 50 миллиардов долларов. WhatsApp 83,6. В «Газпроме» работает 400 тысяч сотрудников. 450 тысяч сотрудников. В WhatsApp 32 человека. Только IT, друзья, только IT. И вы сейчас находитесь в компании, вот в такой IT компании, где собрана линейка продуктов, целая линейка продуктов, каждый из которых может выстрелить на миллиарды. И вы находитесь в компании таких людей, о которых я говорил раньше. Так расскажите об этом сетевикам. С какими людьми они могут работать здесь и в какой нише. Дальше, что я рассказываю и рекомендую вам. Покажите преимущества нашего плана вознаграждения.
Покажите преимущество нашего маркетинг-плана. Плана вознаграждения. Вот, друзья, если у кого-то из вас есть опыт в сетевом бизнесе, то я думаю, что вам есть чем сравнить. Вам есть чем сравнивать наш план вознаграждения. Вы знаете много планов вознаграждения, где можно выйти на доход 5 миллионов рублей в месяц, 75 тысяч долларов в месяц через несколько месяцев. Вот и все. Расскажите сетевику наш план вознаграждения. Потому что если вы общаетесь с сетевиком и не рассказываете ему наш план вознаграждения, то вы не используете один из самых сильных наших инструментов. Это план вознаграждения. Сетевику уж кому-кому, а ему точно нужно делать. Нет, наш план не писал Антонио де Росса. Антонио де Росса на старте дал несколько идей маркетинговых и сделал нам несколько первые варианты презентации и всего остального, слайды и так далее. Сейчас мы выросли, и у нас ребята, вы видите, какие шедевры делают. И без Антонио де Росса. Следующий момент, друзья. Вы написали, да? Люди – раз. Рынок IT – два. План вознаграждения – три. Написали? Дальше, это еще не все. Это то, о чем надо говорить с сетевиками. Следующее. Расскажите им про наши условия в бизнесе. Поверьте мне, такие условия есть далеко не в каждой сетевой компании. Я имею в виду офисную программу нашу. Классные условия. Делаешь оборот, тебе оплачивают офис и зарплату сети-менеджеру. Также ведется учет и контроль благодаря статистике. Говорите об этом, друзья. Ну что ж, давайте подытожим. Когда вы подписываете сетевика, давайте резюме, друзья, резюме, быстренько. Когда вы подписываете сетевиков, вам нужно помнить, что они могут подписываться не быстро. Надо быть к этому готовым. Не быстро, длительные переговоры, затяжные, не вопрос. Дальше. Не критиковать MLM-компании другие. Не критиковать других сетевиков и дружить с сетевиками. Дальше. Если перед вами сетевик сильнее вас, не восхищаться сильно им. Уважать и похвалить. А если вы сильнее и круче, то тоже говорите это спокойно, аккуратно, без лишнего пафоса. Следующее. Следующее, друзья. Сетевики идут за сильными личностями. Не гонитесь за успехом, станьте личностью, притягивающей успех. Следите каждый день за своей походкой, осанкой и, самое главное, внешним видом. Следующее. Обязательно в это воскресенье сделайте фотосессию. Давайте в компании
устроим день фотосессии, воскресный день фотосессии. 14 февраля, друзья, день влюбленных. Берите любимых людей, любимую команду, любимых родителей, детей, идите сделайте крутую фотосессию. И поэтапно выкладывайте разные фотографии с разными жизненными интересами. Покажите себя интересной личностью. Но если нет любимых, вы сам один любимый, себя идите фоткайте. Тоже хорошо. Дальше. Вкладывайте в себя, в свой имидж, в свой внешний вид. Следующий момент. Сетевики идут на кач. Они должны видеть кач, не должно быть унылых вот этих лиц, не должно быть тишины. Как там у нас город такой-то? Да не знаю, что там тишина у них. Понятно все. Кач. Каждую презентацию выкладывайте фотографии. Не надо внутри своих групп это делать. Кого там мотивируете сами друг друга, что ли? Выкладывайте в интернет. Фотографии хорошие, качественные, с презентацией, с обучения, с тренинга. Выкладывайте эти фотографии, не друг в другу в чате. Тысячу раз говорил, друг друга там что-то мотивирует. Выкладывайте это людям вокруг, пусть они видят кач в ваших городах. Дальше. Рассказать сетевику нужно о наших преимуществах, дать понять, что наш бизнес не противоречит его компании. Это вы тоже написали. Дать понять, что не противоречит. Дальше. Обязательно сетевику рассказать, что у нас за люди в бизнесе. Расскажите про топ-менеджмент и про топовый сетевой наш состав. Про каждого. Выделите прям 5 минут встречи, не поленитесь и прямо расскажите про каждого. Тезисно, коротко, лаконично. Дальше покажите, что это рынок IT, что нет ни одной сферы на планете, ни одной, которая может дать с 1 миллиона миллиард за год. Нету. Которая может дать за один день 6 миллиардов долларов. Нету. Откройте Forbes, посмотрите, кто там вообще. Попробуй сейчас где-то выставить. Куда ты пойдешь? В металлургию? Давай, иди вперед. А ну-ка давай, иди в металлургию. Или куда? Сотовую связь? Ну-ка давай, иди пойди, качни сотовую связь, я посмотрю. Куда? В нефть пойдешь? В газ? Или, может, в игровой? Может, пойдешь в казино построишь? Иди, давай. Сделай миллиарды, я посмотрю. Сколько денег тебе надо будет вложить? Никто тебя не пустит туда. И ничего ты не заработаешь, а только потеряешь. Только идти, друзья. Следующее. Это план вознаграждения наш. План вознаграждения. Обязательно его преимущества показывайте. Дальше. Наши условия. Это офисная программа, да? Обязательно сетевикам говорите об этом. И расскажите про наши результаты за первый год. Рассказать про результаты за первый год. Вот, в принципе, сетевиками все. Друзья, как приняли эту тему, скажите? Все хорошо запомнили? Отлично. Угу, окей, спасибо.
Ну и давайте напоследок, друзья, напоследок я вам дам коротко точно так же тезисы, с которыми вы можете идти и очень легко подписывать предпринимателей. Давайте за 5 минут, друзья, сейчас. Давайте, предприниматели. Чем хороша аудитория предпринимателей, друзья? Потому что у них мышление не наемных рабочих раз. Они готовы вкладывать деньги в свой бизнес два. Особенно те, кто из-под плинтуса сам с нуля поднялся. Вот эти предприниматели нам очень интересны. У них есть предпринимательская жилка, это три. И они готовы терпеть неудачу, развиваться, несмотря ни на что, это четыре. Предприниматели – это шикарнейшая аудитория для нас, друзья. Но нужно им грамотно донести. Давайте быстренько пишем. Первое. Все как обычно. Первое – это внешний вид. Деловой внешний вид. Дальше. Дальше, друзья, дайте предпринимателю понять, что в нашем бизнесе ты практически вложил один раз небольшую сумму. Напишите, это важно, один раз небольшую сумму. Один раз, но небольшую сумму. В отличие от традиционного бизнеса, вы, наверное, знаете, кто из вас занимался бизнесом сам. Вы понимаете, что сразу на старте много, и потом каждый месяц всегда. Следующий момент, друзья. Дайте ему понять, что в отличие от традиционного бизнеса, второй человек, который начинает этим заниматься, не конкурент, а наоборот партнер. Вот, допустим, он открыл магазин автозапчастей, а рядом открылся еще один магазин автозапчастей. Все, конкурент. А у нас ты подписался, и у тебя есть подписался еще кто-то. Все, он друг, партнер, вы работаете вместе в команде. Понимаете? Дальше. Про конкуренцию написали, окей. Ну, что это друг, да, не конкурент, а друг твой. Партнер, это очень круто. Дайте ему понять, что у нас есть система. Система работы, что там в любом бизнесе предприниматель должен сам как-то, как умеет, развить свой бизнес любыми путями. Вот как можешь, так и развивай. А здесь тебе прям берут и пошагово за ручку ведут. Смотри, делаешь вот так, это вот так, потом вот так, потом тебе скажут, а это вот так, а ты говоришь вот так. И все. То есть полностью готовая система.
в отличие, опять-таки, да, традиционного бизнеса, где каждый там сам за себя, грубо говоря, здесь ты работаешь в команде, здесь с тобой делятся готовыми секретами, готовыми скриптами, кейсами, инсайтами и так далее, да? Ну, например, представьте, вы приходите к какому-нибудь бизнесмену, который открыл ресторан, и говорите: слушай, дружище, я вот хочу вот тут по соседству ресторан открыть, ты меня мог бы научить? Вот полностью под ключ дай мне все секреты, я сейчас возле тебя ресторан хочу построить, чтобы у меня так же, как у тебя, шло. Ну-ка, расскажите мне про ваши шансы. Понимаете, да? А здесь вы приходите и говорите: слушай, я вот хочу прям качать, а тебя вот уже получается, ты мог бы мне показать какие-то основные моменты? У вас есть наставники, у вас есть, друзья, система, у вас есть полностью вебинары, вся поддержка, обучение, школы, инструменты, есть все. И самое прикольное, что все это оплачивает компания. Если бы у вас был свой бизнес, вам бы пришлось самим платить за все слайды, самим делать все видеоролики. Один вот такой видеоролик, друзья, стоит $4000 в среднем, чтобы вы понимали. Вам бы пришлось все самим делать, вкладывать свои деньги, а так все сделает компания. Вот это большая-большая разница. Вот, в принципе, основные моменты, которые необходимо применять в переговорах с сетевиками и предпринимателями. Тем более у вас уже есть все инструменты, у вас есть новая презентация, 5 минут идет короткая, как затравку можно дать, да? У вас есть новые слайды, проводите встречи только по ним. У вас есть, соответственно, полностью вся система вебинаров. Завтра, помните, у нас будет еще вебинар в 7 часов вечера по новым слайдам. Будет презентация от Максима Шамсуарова. Он проводит просто потрясающе. Пригласите туда людей по интернету максимально. Также, друзья, помните про все наши промоушены. Кто еще не успел купить билет в Петербург на наше большое мероприятие, срочно купить, срочно, на каждом мероприятии об этом говорите. Кроме того, помните, что у нас до сих пор действует еще акция с макси-паками и мини-паками, это фантастическая ниша. Которая реально может озолотить каждого, кто успеет взять, тем более, что продлили акцию с планшетами. И я вам хочу пожелать отличного цикла, отличного месяца, амбициозные большие задачи.